Хари Кришна, дорогие преданные. Итак, мы рады приветствовать всех омских вайшнавов, а также очень счастливы приветствовать всех преданных, которые приехали из других городов на ретрите Бхактивиданта Саду с вами, Махарадж, в Омске. И будем надеяться, что этот ретрит будет хорошей традицией. Давайте поприветствуем. Чувство, поскольку для меня Омск, Омская ятра, очень дорого и не безразлично я к этой ятре, преданным, которые здесь присутствуют. Я вместе с Шикшашки Прабу присутствовал при церемонии Бхакти Камни, Прабу. Я медитировал на то, что здесь проявится обитель Господа, проявится Вриндаван, и когда я узнал, что божества прибыли, увидел их форму, я понял, что на самом деле это новое время, новая эпоха в развитии движения сознания Кришны в России. Вот. Я думаю, что вы все знаете о результатах суда над Бхагавад-гитой. Знаете? Да. Это следующий этап, определенный в установлении авторитета Шрилы Прабхупады в России. Больше связано уже с внешним обществом. Вот. Я сейчас ничего рассказывать не буду. Попозже мы, может быть, если будет уместно, наша тема нашего разговора, мы поговорим об этом. Шрила Прабхупада ки. Hare Rama.
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Yeah.
Shri Prabhupada ki, Shri Harinam Sankirtan.